Нет, положительное искусство измельчало. Не смейте спорить, граф. Прямый человек. По пунктам разберем. И с самого начала. Начнем с поэзии. Она полна калек. Хотя бы Фофанов, пропойца и бродяга. А критика дала ему поэта роль. Поэт. Хорош поэт. Ходячая малага. И в жилах у него не кровь, а алкоголь. Как вы сказали, граф, до пьянства нет нам дела, и что критиковать мы можем только труд. Так знаете ж, книг его я даже не смотрела. Неинтересно мне, тем более, что тут навряд ли вы нашли занятные сюжеты, изысканных людей, привычки, нравы, вкус, блестящие балы, алмазы и палеты. О, я убеждена, что пишет он Энгельс. Естественно, что нам, возвращенным на Шекспире, аристократам мысли, чувства и идей, не интересен он, брецающий на лире, руками пьяными безвольный раб страстей. Ах, да не спорьте вы! Поэзией кабацкой не увлекусь я, граф, нет, тысячу раз нет! Талантливым не может быть поэт с фамилией, пардон, такой дурацкой. И как одет мундью, он прямо хулиган. Вчера мы с Фолем ехали по парку. Плетется он навстречу, грязен, пьян. Кого же воспоет такой мужлан? Кухарку? Смазные сапоги, оборванный тулуп. Какая-то ужасная папаха. Сам говорит с собой. Взгляд страшен, наглый тут. Поверите, я чуть не поласка. Не говорите мне, он пьет от неудач. Мне, право, дела нет до истинной причины. И если плачет он, смешон мне этот плач. Сентиментальный, чуть ли созданный мужчиной, без положения в обществе, без чина.